Ковид скидывает обороты. За прошедшие сутки в области количество инфицированных выросло на 372 человека. Из них 203 одесситы. Всего в Одессе госпитализировано 815 пациентов, 537 в тяжелом состоянии. Уже вторые сутки в регионе нет летальных случаев. Медленными темпами продвигается вакцинация. Вакциновано 6088 человек. Из них 983 працівника закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Одеси. 3891 працівник закладів охорони здоров'я різних форм власності. І 1214 громадських діячів та інших фізичних осіб. Одесса готовится к использованию вакцины «Коронавак» для маломобильных групп населения, олимпийцев и паралимпийцев, которые поедут на летнюю Олимпиаду. А вот разрекламированный «Файзер». В Одессе первыми получат подопечные гериатрического центра Дома милосердия Пантелеймона Целителя. Кроме того, на оперативном совещании решили, что в каждой больнице будет информационный стенд с количеством свободных ковидных коек. Так в мэрии рассчитывают ускорить обмен актуальной информацией для бригад скорой помощи.